К новостям Экспо. Сегодня на международной выставке Экспо-2017 насыщенная программа. Национальный день празднует Иран. Для зрителей подготовили музыкальное шоу. Организаторы обещают, что выступление перенесет гостей в Персию, где они смогут ощутить дух и культуру древнего народа. Сегодня и завтра гости выставки также смогут познакомиться с культурой Гайаны. Концерт пройдет в рамках Национального дня 12 стран Карибского сообщества. Зрители увидят традиционный карнавал и маскарад. Не отстает от других стран и Казахстан. Грандиозный гала-концерт подготовили лучшие творческие коллективы Западного Казахстана.